Всем привет! Итак, что же говорят бойцы о предстоящем бое? Почти всегда Конор превращал любую пресс-конференцию в настоящее шоу. Макгрегор обещает и дальше удивлять. По словам ирландца, в бою он покажет болельщикам лучшую версию самого себя. У меня огромное количество ударов, в моем арсенале много всего. Они все будут применены в нужное время. Я в отличной физической форме. Я прекрасно чувствую и готов показать фанатам со всего мира отличный бой, пообещал Макгрегор. Бойцы повзрослели, набрались опыта, каждый из них стал сильнее и физически, и ментально. Что же говорит Пари о предстоящем бое? Я хочу быть в состоянии некомфорта, хочу чувствовать боль. Хочу, чтобы мы оба зашли поглубже и увидели, кто из чего сделан. Вот что говорит Дана Уайт о предстоящем бое. Разница в том, что о нем много говорили неправды. Многие думали, что Конор не настоящий боец. И Макгрегор доказал, что все эти люди были неправы. И сейчас он возвращается в октагон. Кто выиграет, по-вашему? Напишите в комментариях.